Пельмени на обед. Такого гастрономического праздника учащиеся школы номер 29 точно не ожидали. Чтобы попробовать новое в их столовое блюдо, дети выстроились в длинную очередь, в нетерпении его продегустировать. Итоговая оценка оказалась выше всяких ожиданий. Хочу добавку, потому что было очень-очень вкусно. Второй порции, наверное, нет, потому что я достаточно сыт, уже наелся. Да, было очень вкусно. Мы обожаем еду в столовой. Кормите нас, пожалуйста, так чаще. Мы очень сильно любим пельмени. И вообще мы самые лучшие. Мы вот 5D. У школьников была возможность выбора. Разрешалось заказать блюдо из классического меню или же пельмени. Судя по содержимому тарелок, большим спросом пользовались именно последние. Некоторые подумали, что это разовая акция, и успели немного расстроиться. Очень жаль, что они появились только один раз. Мне кажется, их больше не завезут, потому что, пельмени, это пельмени, ням-ням. Продукт приготовлен хорошо, тесто не рвется, мясо сварено отлично. Никакого майонеза или сметаны к пельменям подавать нельзя, они исключительно на топленом масле. Но тем не менее, это нисколько не убавляет их вкусовых качеств. А я, пожалуй, скоро пойду за еще одной порцией. Появление в школьных столовых любимого для многих блюда стало возможно по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Пока подача пельменей в школах проводится в тестовом режиме. И если эксперимент будет признан успешным, то вскоре эта строчка в меню будет появляться на регулярной основе.